Привет всем! К сожалению, в наши дни критическое мышление – это большая редкость, как и упоминание самого термина. Давайте разберемся, что такое критическое мышление, говоря простыми словами. Критическое мышление – это система суждений, которую человек использует для анализа вещей и событий, формулируя при этом обоснованные выводы, что позволяет давать адекватные оценки происходящему, а также правильно применять полученные результаты конкретной ситуации или проблеме. Говоря простыми словами, критическое мышление – это объективная оценка ситуации или события, способность человека поставить под сомнение поступающую информацию и даже собственные убеждения и выводы. Человек с критическим мышлением практически никогда не уверен в чем-либо на 100%. Он абсолютно точно не может полностью доверять источникам с сомнительной репутацией, например, средствам массовой информации. Он всегда ставит под сомнение информацию, которую ему стараются навязать. Главные вопросы в данном случае – кто в этом заинтересован, действительно ли все именно так, способен ли кто-либо на что-либо. Здесь речь о конкретном человеке или людях и конкретных действиях. Каковы мотивы того, кто что-то делает, и мотивы того, кто об этом рассказывает? В зависимости от ситуации вопросы могут быть совершенно разными. Но очень важно задавать именно правильные вопросы в конкретной ситуации. Важно понимать, что критическое мышление – это важная особенность людей, позволяющая адекватно воспринимать и переваривать полученную информацию. Не нужно путать его с паранойей. Человек анализирует информацию, ее источник, пытается определить ее достоверность и в итоге принимает решение. Насколько вероятно, что эта информация достоверна? Можно ли ей верить? Можно ли об этом рассказывать другим людям? Критическое мышление – это разумное мышление, которое направлено на принятие решения, чему доверять и что делать. Но мыслить критически не так просто, как это может показаться на первый взгляд. Существует ряд важных навыков, которыми должен обладать человек – наблюдательность, способность к анализу и выведению заключений, способность давать оценки происходящему. Критическое мышление тесно связано с логикой, а также опирается на ясность, значимость, кругозор и справедливость. Увы, но в современном мире невероятно много фейков, а многие люди, не обладающие критическим мышлением, им верят. А на этом у меня все. Буду признателен, если оцените данное видео.